Всем привет, с вами Артём, и сегодня мы посмотрим на мод из игры Starbound, который называется Azimov Weapon Pack. В общем, он дает нам скинчики из Counter-Strike, кто знает. А, это у нас пистолет P250, 4.1, 5, 3.8, у него статы. Он у нас сквозной, стреляет в принципе быстро. Дальше идет P90, штурмовая винтовка. 3.4 у него урон, скорость атаки 9.1, энергия за выстрел 3.5. И есть шальная стрельба, громкая очень. Ну, шальная стрельба такое себе. М4А4, 4.5, 9.1, 3.5. И тоже шальная стрельба, но он очень тихо стреляет. Даже в таком. Ну и, конечно же, снайперка АВП. Куда же без нее? 24 урона, скорость атаки 1, энергия за выстрел 2.4 и проникающий выстрел. Во-первых, он откидывает. Проникающий выстрел. 435. Как вы видите, урон намного больше. Но больше, конечно, всего меня радует P90, потому что она очень громкая по сравнению с М-кой. Она так... Ну вообще классно. А вот такой прикольный мод. Ссылка на данный мод будет в описании под видео. Ну а на этом я буду заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Артём. Всем пока.